Всем привет, с вами Зонг, Мисси Ахиллесова пята. Даже из названия я уже понимаю, о чем она будет, и это будет прикольно. Вчера были захвачены несколько воздушных транспортов противника. При медицинском исследовании останков пилотов были обнаружены следы неизвестного вируса. Безвредного для человека. Грузом одного из транспортов являлись медицинские препараты, предположительно противовирусные вакцины. На основании полученных данных аналитики предполагают массовое поражение личного состава подразделений противника, неизвестной ранее болезнью. Возможно, у нас появился мощный союзник. По данным разведки, летающая лаборатория, та самая огромная тарелка, находящаяся в секторе последние трое суток, не проявляла внешней активности. Предположительно, персонал лаборатории частично либо полностью выведен из строя данной инфекции. И, возможно, ожидает прибытия воздушного транспорта с медикаментами. Виллианская летающая лаборатория представляет собой гигантский научный комплекс, расположенный на единой гравитационной основе, способный передвигаться в атмосфере на значительные расстояния. Наиболее слабым узлом любой гравитонной платформы является комплекс синхронизации, расположенный в данном случае, вероятно, непосредственно над главным генератором системы. Как видите, уже многообещающее описание. Полетное задание в составе 4 истребителей произвести взлет, следовать указаниям бортовой навигационной системы, лететь на предельно малой высоте. До обнаружения летающей лаборатории огневой контакт с противником не вступать. После обнаружения сконцентрировать огонь на главном генераторе гравитонной платформы. Быть готовым к любому изменению обстановки. Точное расположение цели неизвестно. Ввиду большое значение, летающая лаборатория для противника, объект охраняют истребители, точное количество неизвестно. Опять надо тот же самый летательный аппарат. На этот раз я знаю, что много ракет нам не понадобится. Потери в звене. Поменять повреждения. Уф. Это Виктор. Срочно
задачи изменились. Какой транспорт-то? Прикройте спину! Хо-хо-хо-хо. Надо было брать перехватчик. Задачи изменили. Пошел навстречу. Это Виктор. Вражеские истребители. Да ладно. Блестяще исполнен. Что-то наподобие этого я видел еще в бытность свою кадетом в древнем документальном фильме «Звездные войны». Там пилот в одиночку атаковал крупный оборонительный спутник и должен был сбросить торпеду в единственную уязвимую точку. Кажется, ему это удалось. Всем участникам операции выражаю благодарность от лица командования флота. Соответствующие записи внесены в личные дела. Заместителю по учебно-воспитательной работе.
заказать на базе серию документальных фильмов «Звездные войны» для укрепления морального духа экипажа. Вот. Думаю, вам понравилось так же, как и мне. На сегодня все. Всем пока.